Сотрудница экопарка для семейного отдыха Наталья Яковлева узнала о возможности получить грант от Самарского департамента экономического развития, инвестиций и торговли на одной из туристических выставок. Предприниматели подали заявку на получение гранта в виде субсидий на возмещение процентов по кредиту. В результате в департаменте приняли решение выделить бизнесменам 400 тысяч рублей. На эти деньги было закуплено современное оборудование для аквазоны и веревочного парка. Экопарк очень активно участвует во всех программах департамента. Мы занимаемся социальной благотворительностью, и сегодня, в данный момент, на открытии аквазоны у нас присутствуют дети из участников СВО, скажем так, ветеранов СВО. Мы понимаем эту значимость, мы всегда открыты к этому. Муниципальная программа поддержки предпринимательства в Самаре работает не первый год. Только в 2022 департаментом было выдано грантов на сумму 23 миллиона рублей. Поддержку получили 67 представителей малого и среднего бизнеса. В этом году на поддержку предпринимателей предусмотрено около 24 миллионов. У нас нет разделения видов поддержки для определенных групп или категорий предпринимателей. Мы оказываем поддержку всем видам экономической деятельности. Это может быть предприятие как туристической сферы, так и торговли. В том числе это могут быть предприятия производственные какие-то. Очень много выдавали грантов на закупку, которые пошли в итоге на закупку какого-то оборудования. То есть это тоже возможно. Специалисты департамента помогают собрать пакет документов, оказывают другие виды помощи. Например, проводят консультации, помогают в составлении бизнес-планов. Самарский бизнес-инкубатор на льготных условиях предоставляет помещение. Андрей Бессонов, Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.